Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы убили Минотавра, это было сложно. Кроме того, мы открыли такой небольшой срез, то есть теперь мы можем перемещаться отсюда вон туда наверх и попадать к дракону на мост. Кроме того, мы повысили два уровня, и сейчас, я думаю, мне нужно... Так, подожди. Мне нужно использовать человечность. Где она у нас тут? Поставить ее, скажем, вот сюда. И вернуться в облик человека. Кстати говоря, я в предыдущей серии очень испугался, что снова придет черный фантом и пытается меня убить, но они не могут прийти, пока я в образе нежити. А вот когда я становлюсь человеком, я, естественно, могу привлекать к себе всякую гадость. Но, с другой стороны, и плюшек с этого тоже гораздо больше. Так, и теперь мы лезем наверх. Там у нас... Так, подожди, где мы лезем наверх? Мы не лезем наверх. Вот я лоханулся, твою мать. А тут нужно было столкнуть, насколько я понимаю, эту лестницу. А я просто упал. А, ну что ж, побежали по новой. My mistake, как говорится. Будем знать. Век живи, век учись. Но сейчас я уже довольно неплохо прокачался, так что мне эти все препятствия... Так, подожди, он идет таки ко мне. Все эти нафиг препятствия не так уж страшны. Хотя расслабляться определенно не стоит. Свинтит за милую душу. Давай. Как видите, выносливость у меня теперь побольше. И скорости, поэтому... Ощутимо легче стало драться. Ай-яй-яй. Засада, вашу мать. Ой-ой-ой. Один готов. Хватит лечиться, скотина. А! Блин, нормально парировать не получилось, ну да ладно. Сейчас можно маленько расслабленно поиграть, потому что... Ой, ой, я не то сделал. Такой ништяк взял и испортил. То есть вот эта штука, которую я использовал, она очень редкая, и ее надо использовать с умом, а я случайно нажал... перепутал ее с зельями лечения. Ну видите, да, сколько стало сдувать теперь мое оружие. Ну ладно, какая-то фейловая сегодня серия. По крайней мере, на моих ошибках научитесь вы, если будете играть. Если я сейчас умру еще, это будет вообще смешно. Получи. И распишись. Пока у нас такой заряд идет, надо быстренько всех убивать. Тут сейчас нужно убить арбалетчика. И быстренько идти вниз. Там у нас... Так, подожди, у него что-то есть? Нет, показалось. Там у них сразу три противника опасных, поэтому... Блин, ну все, кончилось. Осторожно, аккуратно. Блин, не лечись. А? Я вам дам лечиться. Я вас столько бью-бью. И все на смарку, что ли? Так, ну давай, поднимайся ко мне. Я к тебе не спущусь, я не дурак. Нужен солдат, пишут. Нет, спасибо. Да что ж ты какой, а? Ладно, я ему руки высушил. Поэтому у него щит уже не поднимается. Выиграл его, короче говоря. Тут у нас, по-моему, сейчас спустится еще один. Да, когда знаешь, куда идти, уже далеко не так сложно. Заодно маленько подучим. Опасайся счастья, написано. С ума сошли, что ли? Заодно получим немножко душ, соберем. Это хорошо.
Лишним тоже не бывает. Тут мы дрались с Минотавром, места боевой славы. Там наверху два лучника. Я, пожалуй, даже их убивать не буду, просто пробегу. Так, виляем. Уф, выдохся. Хорошо! Да здравствует солнце! Ладно. Так, тут мы все уже собрали. Тут у нас рыцарь. И там у нас дракон. Как бы мне по второму разу аккуратно пробежать? Давайте-ка подлечимся до полной. И погнали. Сразу направо и вниз по лестнице надо. Только так мы сможем выжить. Подожди. Он не хочет воевать? Все, прячемся. Нет. Опять не воюет. Я сейчас дорискуюсь точно. Мне нужно, по идее, идти спустить по новой лестнице вниз. Не по новой, то есть. Я именно на том и прокололся. Ладно, пошли нафиг. Кому надо, спуститься ко мне сюда. Слишком рискованно там наверху драться. Он сейчас вдохнет опять и убьет меня. Так, вот тут надо было спустить лестницу, но я в торопях упал. Вот так. И теперь у нас вот так вот. Отлично. Давайте, кстати говоря-ка, мы поднимем еще один уровень. Прокачаем силу. Отлично. Все равно у нас там враги не особо серьезные наверху. Мы никого не убили. Так что почему бы и нет. Так, ладно. Ну, давайте попробуем. Может, он наконец придет в себя, этот дракон. Так, пожалуй, я все-таки в одну руку возьму щит. Ой, тихо. А, скотина. Только отвлекся. Ой, вот теперь пора бежать. Вот теперь пора бежать. Ох, успел, успел. Фу. 555 халявных душ, которых он сдул. Опять дует. Так, ну я хочу. Слабость, хвост. Я не хочу его убивать, я хочу пробежать вон туда. Похоже, плохая идея. Да, определенно плохая идея. Ну-ка, если я вот сейчас лома... У-у-у, да он полностью выжигает. Ах, меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что ж тогда делать? Можно, конечно, под мостом пробежать, похоже. Неужели тут никак нельзя пройти? Блин, были бы у меня стрелы, я бы тебе показал. Или не показал бы. О! 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 Твою мать! Ладно, я понял. Я больше сюда не хочу.
Ни в какую. Понятно, наверх идти, похоже, это самоубийство, да? Давайте попробуем понизу пройти. Самоубийство ли там? Мне нужно забрать свои души сначала, подняться. Опять я в образе духа. Ну ничего. Мне так даже больше нравится. Так никакие фантомы не придут тебя убивать. Давай дуй. Вот когда надо, блин, он мне никого не жжет. Давай, слабак. Но это все. Вот так это делается, блин. О, о. Блин, не самое удобное место, чтобы драться копьем. Теперь скотина. Все, так, ладно. Блин, я хочу свои души назад. Хорошо, валим. Уф, успел. Фу, 1960. По идее, мне хватит на еще одно поднятие уровня. Не сходить ли мне, не сделать это? Или там 2000 надо было? Я точно не помню. По-моему, оно пишется как-то вот так. Да, 1960 нужно. О, подожди. Я все-таки, по-моему, ошибаюсь. Нет, не пишется, сколько нужно. Ну и ладно. Может, мне по хвосту ему на самом деле пострелять? Так, они мне говорят, что где-то здесь невероятное сокровище. По-моему, вы гоните, ребята, кто же спрячет сокровище на мосту. Блин, живучий какой, а? Не лечись. Не надо тебе лечиться. Падай. Падай. Да блин, что не пинает? Ушел. Хорошо. Так, ладно. Похоже, это и есть правильный путь обхода. Надо будет, я думаю, кольчугу и на тело купить. Она, по-моему, довольно-таки мало весит. Крысы. Ненавижу крысы. А-а-а! Вот только вас не хватало. Сейчас еще столкните меня. Так, у нее ништяк какой-то лежит. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ништяк улетел. Блин, я уже обрадовался. Так, надо подлечиться, по-моему. Тихо. Больше вроде никого тут нет. Так, где сокровище, которое мне обещали? Сокровище впереди. Ну как мне туда попасть? Явно не так. Может быть, здесь есть какая-то секретная стена. Я помню, в Demon's Souls там были стены такие, которые прошибаешь, и сквозь них можно пройти. Но здесь даже намека на это не видно. Похоже, меня просто обманул какой-то козел, троллит.
Я этого не вынесу, пишет. Вынесешь, братень. Если ты не вынесешь, вынесу я. Пока что не настолько сложно, чтобы прям скрежетать зубами. Сказывается. Сказывается уже опыт. Так, есть лестница наверх. Undead Parish. А я, по-моему, знаю, где мы находимся. То есть, вон там был мост. Да-да-да. Нужны хедшоты. Кому нужны хедшоты? Блин, у меня опять стрел нет. Я все забываю стрелы купить. Тебе нужны хедшоты? Вообще-то, братья, это вот так делается. Вот так. Оп! 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 И готов. Я видел эту тварь, у меня знакомый у нее играл. На ютубе ролик выкладывал. Кабан! Весь бронированный железом. То есть покрыт абсолютно весь. Кроме хвоста. Слабость — огонь. Так, ну для начала вон там парнишек к нам идет. Давайте-ка мы его вырубим, что ли. А потом уже будем с этим кабанищем разбираться. Кабан мини-босс, то есть убив его один раз, вы забудете про него навеки. Не надо лечиться. Ненавижу, когда они это делают. О, блин, по идее мне сейчас поднять бы уровень, потому что эта тварь меня, скорее всего, убьет. Еще один тишкист. Попробуй направо. Нет уж нафиг. Давай, иди сюда. Тут главное не спешить. Осторожность. Ну, давай, давай. Это что за нахер звуки еще? Отходим! Ой! Ух. Я думаю, под такой удар не стоит подставляться. Так, хорошо. Ну что? Стрел... А, вот этим можно шибануть по нему. Конечно, с такого расстояния не наведусь. А целиться с арбалета, к сожалению, нельзя. Блин, да я сейчас уже подхожу, тут смысла-то особого... Ух, твою мать! Совсем шипнулся. Бежим! 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 Фу, так, подлечиться. Там справа вроде как можно было. Ой! 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 Вот так тебе в пердак! Ой, бежим! Ой, бежим! Смачно получилось. Я и забыл, что тут сзади можно убивать. Давай, детка. Давай, еще раз. Ой, блин, как страшно. Давай. Тихо, без нервов. Блин, вот это вот уже опасно. Не очень. Блин. Ух, твою мать. Вот так тебе. Потихоньку, помаленьку. От пердак! Прикольный удар. Блин, совсем не сложно было. То есть... я думал, будет сложнее. Я думаю,
Надо вернуться к костру, потому что у меня столько душ, а там спереди столько врагов. К тому же я убил этого мини-босса. Поэтому давайте-ка мы сходим назад, пока мы близко. И думаю, на этом будем завершать эту серию. Поднимем еще уровень или два, смотря насколько хватит. Так, мне тут, блин, все говорят, что сокровища, сокровища. Где же у вас тут сокровища, ваша мать? Ладно, побежали. Не важно, где у вас там сокровища. Важно, что у нас тут поблизости костер. Сейчас главное не упасть. Это будет вообще печально. Так, давай спускайся вниз. Я видел, кстати, в роликах, как-то люди быстро спускаются, то есть скатываются по лестнице, держась чисто руками, ногами по-быстрому. У меня что-то не получается, я не знаю как. Напишите в комментах, пожалуйста, как. Так, поднимаем уровень. Нам нужно поднять маленько силу и маленько скорость. Вот так, я думаю, будет в самый раз. Хотя, конечно, вот это тоже надо качать, но пока что вот это вот два основных направления. В принципе, ладно, хорошо. Фу, так, ну и что, на этом мы завершим, наверное, эту серию. В следующий пойдем, попробуем, наверное, еще раз пробежать мимо дракона. И как бы там ни было, будем двигаться дальше по этому уровню. Потихоньку у нас что-то все-таки получается. И, по-моему, это прекрасно. На этом все, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.